Я верю в то, что все понимают, почему мы здесь собрались, и я верю в то, что все понимают, что нами движет наоборот чувство некого братства всеобщего, а не чувство какой-то конфронтации. В конечном итоге у каждого человека есть своя собственная жизнь, есть ценность своей собственной жизни. И если люди начнут уважать и ценность жизни другого человека, начнут это понимать и как бы сопереживать это, значит, все изменится. Потому что на сегодняшний день я глубоко убежден, что ни одна политическая партия не изменит сознание народа, кроме самого народа. Спасибо!
всем! Спасибо, ребята, что вы пришли! Скажи, для тебя существует, ну, имеют значение слова «отечество», «родина»? Для меня они имеют просто очень большое значение на самом деле. Вот, то есть очень жалко, что часто у нас эти слова сейчас стали как-то девальвироваться на самом деле. Знаешь, вот как Гумилев говорил, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова. Вот, и очень бы хотелось, чтобы началось какое-то возрождение слова. Вот. Вообще рок-музыканты, по-моему, в рок-среде очень ревностно относятся к идее слова. Вот, потому что это все-таки рок-посыл, потому что рок-музыка это все-таки некое отношение, выраженное на русском языке. Следующая песенка о том, как мы живем. Она называется «На кухне». Сидим на кухне и курим пигас. Эй, пигас, что ты хочешь от нас? Нам сидеть на кухне абсолютно не лень. На кухне приятно провести день. Пьем свой чай, нам некуда спешить, нам некогда скучать. А вот один чайник, за ним и другой. Хорошая заварка приносит покой. Тихо и спокойно все вокруг. Тихо и спокойно, это не вдруг. Ласково журчит на стане вода. Уличная жизнь не доходит сюда. Нам приятен такой оборот. У кого нет кухни, тот не поймет. Загадочно и странно, ты русская душа. Тихо и спокойно все вокруг. Тихо и спокойно, это не вдруг. Тихо и спокойно все. Тихо и спокойно.
там это национальная группа, наверное, наша сегодня на фестивале. У нас 7 человек из 4 разных национальностей. Армянин, грузин, русский, белорус. Я обязан был здесь участвовать. Я со всеми людьми, которые так же, как и я, как и многие музыканты, которые очень много на своем веку перевидали таких террористических актов против нас. Вплоть до того, что выключали свет во время концерта. Мне расписку, что напиши, что они будут играть больше тяжелый рок. Как я не могу здесь быть? Я обязан здесь быть. Участник этого группы. Это мой сын. Я люблю этот ансамбль и помогаю им. Что сколько там могу, сколько я могу помогать. Вам нравится эта музыка? Очень. Конечно, нравится. Если нравится бы, не пустил бы работу, не пришел бы. Обязательно. Очень нравится это. Их игра, их репетиции всегда я. We'll be right back.
Тамки в Риге и в Вильнюсе, это ущемление прав человека, это Грузия, это борьба. Перед российским съездом вот запрет президента на митинги. Террор в нашей стране 73 года уже и продолжается. И результаты мы видим какие. Террор — это кровь народа, а никак не власти, которые управляют народом. Я в форме и с погонами, это уже террор. Почему так? Не знаю. Армия — это уже террор. А вы профессиональный военный? Я? Нет, я... Вы просто служите? Я просто служу. То есть вы не будете, не останетесь потом? А зачем мне она нужна? Я хочу нормально жить, спокойно. Against terror, no terror. Как жить вольно, свободно, не замкнуто. Свобода — это когда человек волен делать хотя бы с собой, что он хочет. Ничего, нормально будет, справимся. Шагающих смело, смело уступом вперед. Их станки победят, они знают, их время придет. Они проносят тяжелые щиты из свинца, проходя под ударами молнии. И в каждой из них, словно медленном танце, прорастают дальние корни. Каждый грамм металла должен чувствовать себе сталь. Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь. Каждый пятый год мы вгоняем их в клетку со львом. Эта практика требует от женщин работы с кнутом. Но что мы скажем нашим детям, когда матери пойдут на войну? Дети чуткие люди, они сразу поймут. В каждой из женщин под панцирной каской слабые корни. Это просто опасно, видишь, злой генерал смотрит вслед на вступающую вдаль. Бог мой, сколько витков соберет в себя эта спираль. Что мы скажем нашим детям, когда матери пойдут на войну? Что мы сделаем к черту, когда женщина станет войной? Но каждый грамм металла должен чувствовать себе сталь. Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь. Сам тот же злой генерал смотрит след нам вступающим вдаль. Бог мой, сколько витков соберет себя эта спираль. Спасибо. С причала рыбачил апостол Андрей, а спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарей, а спаситель погибших людей. И Андрей закричал: я покину причал, если ты мне откроешь секрет. И спаситель ответил спокойно: Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад, гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Ты вообще счастливый человек? Ну, в принципе, да, но это в каком-то, так сказать, в частном понимании, в узком понимании слова. Вот, но дело в том, что
существуют вещи вокруг нас, которые все это очень быстро разбивают. Все это достаточно хрупкое состояние у каждого человека. И, видимо, все-таки у нас такая несчастная страна, что у нас народ не очень любит счастливых людей. Даже несмотря на то, что это достаточно короткий период у каждого человека, и все как-то вот по возможности стараются снивелировать это состояние. Вот. Ну, в общем, я не могу сказать, что я до конца счастлив, потому что как все-таки 30 лет уже, и я по-разному отношусь уже и к проблемам родителей, и к болезням, к их, ну и к тому, что с нами происходит со всеми, и со знакомыми, и с близкими людьми. Считаешь, она актуальна, эта акция сейчас? Да, она актуальна у нас была всегда, по-моему. Просто сейчас возможность есть, по крайней мере. Ну вот, это один из способов сказать, вот опять же, как ты к этому относишься, ко всему все. Как долго продержатся эти возможности? Как? Я прогнозами такими не занимаюсь, я не знаю. Может, кончится завтра. Лети нам, лети, лети, лети нам.
спасибо. Террор. Конечно. Как ты его понимаешь? Конечно, он повсюду есть. Ну, повсюду есть. Потому что всегда есть в любой стране, я думаю, таких людей, которые хочет навязать свое. Все, даже мы в себе, внутри имеем террор. Например, мозгов против чувств или что-то. Он всегда существует везде. Наверное, такое, ну как сказать так, противостояние такое, двух сил, как всегда, черного-белого. В мире всегда так было. Конечно, только чтобы он был насколько можно мягче и не такой уж как... Значит, ты считаешь, что это нормальное явление? В общем, таком философском понимании, даже нормально, но так, конечно, как человеку, очень не хочется, да, быть терроризированным. Лесной стороною, под ясной звездою, тропою оленя гуляет Емеля, и все ему рады, звери, птицы и гады, деревья и травы, поля и дубравы. Покуда есть силы, покуда есть духу, не порваны жилы, не вспорота брюха, покуда есть мочи, покуда есть семя, орет и хохочет, гуляет Емеля и славит свободу сквозь дыбы и сгибы на радость народу, себе на погибель. Лицом, случай правит пулей, ворон мертвецом. Место лютой сети поросло травой, больно жгучие речи, больно за горой. Кто смелся за чувство вины? Кто примет огонь на себя? Кто слышит постой грядущей войны? Сила пуле головы, драную рубаху, пулями лопай, топоры да плаха, по дороге в рай. Кто смелся за чувство вины, кто примет огонь на себя, кто слышит постой грядущей войны. Весело живем, кровушкой распишемся, хорошо поем. Ха-ха-ха-ха!
лично алтаря. Страх пылает злостью, как звезды на заре. Растремлюсь пружиной, подниму народ. Вольная пружина собралась в поход. Кто смеся, что чувства вины? Кто примет огонь на себя? Кто слышит поступ ведущей войны? Что оставим мы после себя? Ну как, я не мог не участвовать здесь, поскольку я не слепой и вижу, что творится на земле. Это все. Но, с другой стороны, в общем, творилось все время. Это, но сейчас такая в Москве, во всяком случае, ситуация, что эта пороховая бочка может вспыхнуть все в любой момент. Просто коммунисты организируют, а раненый зверь, он очень опасен. И поэтому они сейчас непредсказуемы в своих проявлениях. То есть вот я пришел на этот концерт именно с тем, чтобы эта агония как можно скорее закончилась. То есть я бывал за границей, и там все по-другому. Там даже месяц в Америке висит рогами вниз. То есть я там больше 3 недель не выдержу. Значит, ты никогда не уедешь? Нет, конечно. Отечество – это где отец сказал быть, там и нужно находиться. А отец у нас один, как бы. То есть, во всяком случае, духовный отец. И коль мы здесь, то нам и нужно здесь делать то, что мы можем своими силами, насколько у нас сил этих хватит. Тоталитарный рэп – это факт. Тоталитарный рэп сформирован годами под бой сирен и лай собак. Тоталитарный рэп – это борьба при конструкции цепи под склад. Тоталитарный рэп – это танец. Шаг вперед, 2 шага назад. Тоталитарный рэп. Try to lick it for love. Here comes the lair and the choice to be honest.
общем, мы ее тут решили сыграть просто для того, чтобы... Мы очень редко играем, и у нас так концерты, мы, как бы сказать, каждый концерт для нас как такое что ли, событие небольшое. У нас сейчас такой период просто. Поэтому принимаем почти во всех участиях концертов таких. Ну, то есть это безразлично в каком-то. То есть, в принципе, да, террор, не террор, нам это очень мало разницы так большой. Не, ну, конечно, хорошо, что террор. Но был бы против чего-то другого, мы бы сыграли против другого. Музыканты, они должны быть больше музыканты. Нежели политики. Нежели политики, да. Чем они удаляются к политике, тем появляются там... Я не хочу углубляться там. Такое плакатное творчество такое очень нехорошее, такое, я бы сказал. Политикой должны другие люди заниматься. Значит, ты за чистое искусство? Жизнь отдельно, музыка отдельно? Нет, не отдельно, нет. Ну что, просто музыка, она очень тонкая. Жизнь отображает совсем не на другом уровне. Даже не на уровне слов. Она гораздо более высшая, тонкая субстанция, чем просто. Это уже другой жанр. Вот то, что сейчас рок, это во многом, в принципе, это бардовская уже музыка. То есть все вот песни, которые вот едят чисто в политическом плане, можно просто выйти под гитару и петь. Я верю в какое-то возрождение рок-музыки и верю в то, что... Я всегда верю в то, что язык не принципиален. Принципиальная энергия, которая идет со сцены. Очень долго не мог на русском начать, но сейчас мы начали. Главное начать. Контакция очень серьезное отношение, так как, несмотря на то, что мы, в общем, политикой не занимаемся в музыке, не принципиально. Просто мы делаем то, что выходит изнутри. Но то, что происходит в стране, это отвратительно. То, что обманывают народ, это отвратительно. И, конечно, надо, честные люди должны сказать свое слово по этому поводу. По поводу того, что в магазинах нет сыра, а в душе свободы. We'll be right back.
несчастным, и я верю ему. Все время движений, все время пути, от ленка осталось давно позади. О-о-о, парень из приличной семьи. О-о-о, парень из приличной семьи. О-о-о, парень из приличной семьи. Эй!
Братья не шерсть, и поруга на честь. Отчим вновь затворять. Ладно, затеплилась сталь, гонит увидеть тебя. Бросит ремень тебе в дар. Грошево выдуба, грошево выдуба. Я думаю, что проведение этой акции «Рок против террора» достаточно своевременно. Дело в том, что при нынешнем кризисе власти, и все говорят, что есть опаска, что нас попытаются повернуть обратно, но всем ясно, что нас уговорить и уболтать жить по-старому уже невозможно. И поэтому, если они захотят поворачивать на 180 градусов, то им только путем террора придется этого делать. И мы бы хотели, чтобы мы все это четко понимали и не дали повод им для этого. Я думаю, поэтому надо быть, именно сейчас надо быть немножко добрее и не допускать, не спровоцировать этого зверя. Есть я, и мне эта музыка помогла стать добрее. Я был достаточно, может быть, не очень добрым мальчиком, и там дрался, ходил, как все, и знаю, что такое террор бытовой, предположим, уличный. И в то же время вот эта музыка сделала меня таким, я думаю, что сейчас я не злой человек. Зачем тебе знать, о чем он поет? Зачем тебе знать то, чего не знает он сам? Зачем тебе знать, кого он любил? Зачем тебе знать, о чем он просил? Зачем тебе знать то, о чем он молчит? Поплачь о нем, пока он живой. Люби его таким, какой он есть. Поплачь о нем, пока он живой. Люби его таким, какой он есть. У тебя к нему даже, наверное, любовь. Ты
хорошо, где нас с тобой нет. Канистра с пивом, при чем здесь вода? Искусственный белок, при чем здесь народ? Сегодня умрешь, завтра скажут «бэт». Поплачь о нем, пока он живой. Люби его таким, какой он есть. Поплачь о нем, пока он живой. Люби его таким, какой он Цветут сады и растают.
ваше понимание террора именно в нашей стране? Террор как образ жизни. В общем-то, это включает в себя не только чисто физические проявления террора, как стрельба в людей там, или милицейские какие-то избиения, но в точно такой же степени террор прессы, который с двухсторонней такой, как со стороны так называемой коммунистической на так называемую демократическую, так со стороны так называемой демократической на так называемую коммунистическую. Террор, который включает в себя и матерную там брань всякую в ответ на случайное наступление ноги в троллейбусе, и террор со стороны журналистов, которые иногда мучают людей там какими-то недостоверной информацией. Ну все. То есть это, к сожалению, террористическое сознание. В принципе, на мой взгляд, это одно из самых главных зол нашей жизни, которое делает нашу жизнь столь малопривлекательной пока. Скажите, пожалуйста, у вас есть надежда? Да, да. Конечно. Что все изменится? Да, я уверен, что все изменится. Мука перемелится, так сказать, как это называется? А, нет, перемелится, мука будет. Ну, что такое террор? Это естественно, в словаре написано. Достижение политических целей насильственным образом. Но этого Россия уже очень много съела. Да, и все мы, в общем-то, дети такие, все мы. Этого брака, как я говорил, комсомолки. Между Россией и террором. Россия женского рода, террор мужского. Мы против этого брака, потому что в результате рождаются уродливые дети во всех отношениях. И самый короткий путь в этих пространствах к достижению цели, там, светлого будущего, еще чего-то, это самый короткий путь, не самый лучший, как мы знаем. Путь этот, на самом деле, очень мучителен, длинен, тягостен, долог. Но его нужно пройти.
я слышала, как ты сказал, что вообще все, чем ты занимаешься на сцене, это о любви. Естественно. Просто многим непонятно. Ну, например, вот если взять поп-музыку, то понимание любви в поп-музыке, то есть вот... Вот в этой армии поп-музыки во главе с генералиссимусом Аллой Борисовной Пугачевой там, на белом коне. Да, это вот любовь одного такого рода. Ну, часто это просто какие-то отношения между мужчиной и женщиной в постели, допустим. Там, даже при свидетелях. Но для меня любовь это совершенно другое. Любовь как стержень, как смысл бытия, как просто... как главная сила, которая движет жизнью, движет нашими поступками. Любовь как совесть, любовь как путь к Богу, любовь как путь к избавлению. И для меня все есть любовь. Если воют собаки, значит завтра луна. Время ночи не вечно, Хиросимой взорвется восход. Оглянись поскорей, может быть за тобою война. Оглянись поскорей, может быть тебя кто-то зовет. Для тебя будет день, день, день. Для него будет ночь, ночь, ночь. Для тебя будет день, день, день. Для него будет дождь. На разрушенных вырастают цветы, запах новой мечты.
если вспомнить вчера. Реки проливных слез, сходы те, что на темпле зашли. Не спеши засыпать, может быть за тобою стена. Не спеши засыпать, может быть.